Верхушка огромного камня накрыта синей тканью. Рядом счастливые жители Данилова ждут открытия памятника собаке. Таких монументов в Ярославле и области пока не было. Торжественную церемонию проводят сами четвероногие друзья. У скульптуры есть прототип. Собаку зовут Трезор. В переводе с английского — сокровище. Его нашли волонтеры на одной из даниловских улиц почти 4 года назад. Спасли от смерти, надрессировали, и сегодня пес служит на границе. Специфику работы не просто я не хочу. Я, во-первых, не знаю, а во-вторых, специфика работы, наверное, будет засекречена Донецкой Народной Республики. Но то, что его там хвалят и отдавать не хотят, по международным ценам такая собака стоит 100 тысяч долларов. Вот и все. 10 собак – миллион долларов. А в Данилове в память о собаке решили поставить монумент. Деньги собирали всем миром. Мы рискнули, опубликовали в 2018 году на этой интернет-платформе наш проект. И вот месяц там, за месяц там было собрано буквально несколько тысяч. Мы такие, ну, значит, проекта не будет. Через день я захожу и вижу, что у нас почему-то вся сумма собрана. Решающий перевод сделал житель Москвы. Сначала появился макет из пластилина, а скульптор Антон Иващенко поставил собаку на камень. Тогда же и добавился чемодан-копилка. Пожертвования из него пойдут приютом для братьев наших меньших. По задумке волонтеров, скульптура должна напомнить о всех бездомных животных и сделать так, чтобы их становилось меньше. Вау! Ну прямо вау! Пусть стоит, радует гостей города, горожан наших. Я рада, что у нас в городе появился такой объект. И в целом впечатления у меня только положительные. Мне очень нравится энергетика. Ура! Дмитрий Жданюк и Денис Ромашов. День в событиях.